Здравствуйте, здравствуйте. Это Дворина, это Герои. Снова рад вас приветствовать на просторах Facebook Gaming. Сегодня у нас уроки, как играть в Герыч, если падает лобби. Ну как уроки? Рассказывать, как ставить хамачи, я вам не буду. Можно погуглить это все дело в интернете. Но приходится прибегать к старым добрым помощникам в плане коннекта. Это, как я уже сказал, хамачи. С помощью этой программы мы сейчас будем коннектиться с Яром, чтобы поиграть. С лобби там какая-то прям жесткая тема, насколько я понял. Так, а ну-ка сейчас света или нормально. Сейчас сек. Лампу подвину чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Чтобы света побольше было. Так вот. Сейчас я вам скринчик покажу, как он выглядит. Так, так, так. Еще писал Бараторч по этому поводу. Потому что вопросов много, не все знают. Вчера стрима, кстати, из-за этого в том числе не было, потому что лобби целый день валялось, и было непонятно, когда оно подрубится. Про хаму даже вспоминать не особо хотелось, но сегодня стало понятно, что как бы все плохо. Поэтому давайте вот зачитаем, что Бараторч тут отвечал в соответствующей теме на ХВ. Говорит, в дата-центре, на котором крутились все лобби-серверы, и на нем же сервились бэкапы, случился капитальный трындец, да, все яйца в одной корзине. Имеется у меня бэкапы довольно сильно неактуальны, особенно для хода. Серверы и соты хода опережают. Сейчас для сот идет восстановление баз данных. Первым заработает лобби для сот сегодня вечером. Но пока час назад я чекал сот, лобби не работал. Лобби для хода заработает позже, может быть сегодня, может быть завтра. Такие вот дела. Скорее всего, это означает откат по рейтингу, что-то мне так кажется. Но поживем, увидим. Ну и Bless RNG, лобби живи. Все уже это устали без Герыча за этот целый один день вчерашний. Так, ну а мы пойдем, так, вот сюда нам не надо, мы пойдем попробуем через хаму поиграть. Дай бог памяти, как это все делать. Типа мы создаем комнату, отправляем копировать IP-адрес. Яр должен зайти, сегодня все настроено, но правда тоже сейчас может быть казус, если у него хама не работает, потому что он ее только поставил. А там есть подводные камни и фишки, как ее настраивать, и не сразу это получается. Ну не, все нормально. Вот, и в хота лобби, не в хота лобби, точнее, в хота просто онлайн игре будут работать одновременный ход. Рейтинга не будет, но играть можно с одновременным ходом. В соте, к сожалению, такого нет. А еще придумаем, что играть, а то мы не наговаривались. Я бы поиграл что-то типа СМ-ки. Потому что я давно ее не играл. И СМ-ка интересна мне именно на хоте попробовать. Так, сейчас. Вроде да. Реально давно не катал. Там турик, кстати, на ХВ организуется SM Masters 2, но он для, я так понимаю, для сода все-таки. А сод SM-ка из-за своих дорог не очень прикольная. Сейчас найду настройки только. Так, 2SM4D3. Да.
это зёрты, конечно. Ну да. Эльс под земельем. Так, чисто для, опять же, OSM4D3. Шестнадцать 31, по идее, нормальный таймер тут. Да, это содовский таймер обычно. Так, семочка, да? Кто-то помнит такой шаблон еще? Флан ебало у Яра. Отлично. Да, думаю, 1.1.5 надо ставить. Так, башня цитадель. Беру бесплатный рерол. О, темница причал пойдет. Добрый вечер, Денис Бондаренко смотрит сегодня стрим, наверное. Привет Денису Бондаренко, всем тоже здрасте, ребят. Привет, новый микрофон, да нет, вроде старый. Голос тоже, ну не знаю, может немножко охрип, но вообще нет, микрофон старый. Башенка, да что-то подутомила башенка. Что за причал, побегаем, чешу. За кого играть, это хороший вопрос. Красный причал наш. Что за Аннабельку по-папски? Чешо. Да не, какой овации. Как папаня завещал. Саша, главное, крылья не бери сегодня, сразу беги в центр, не за Дениса. На этом шаблоне нет центра. Так, в итоге с счетом 1700.
Эвакуация, новая мета, ну хз, хз. По старым схемам. Поехали. Надо, блин, ролики с этим, с папичем сделать, наконец-то. Год прошел. Че не надо, как считаете? Ну, давай, 6. Да, думаете, на привет папашкам чи не, зрозумів. Так, белки папские. Так, так разбегаюсь, типа на джебе катаем. Даже СМ-очка родимая. Девил. Го сразу к оппоненту ведут, кто не знает. На этом шаблоне. Так, и здесь болото, это может быть, ну, типа, родной вторик, там, родной замок имеется в виду. А, подожди, это даже не охрана на вторик, это просто охрана ресурсов. На... Нычек не дает. На рестарт похоже. Старта 1.1.2 надо.
А так сейчас хоть и везде даже на туриках. Не, ну бывает на туриках 1.1.3, но чаще все-таки именно 1.1.2 видится. Маскировочка. Рестарт. Тут что-то не прикольно вроде. Опа-па, какие люди в Голливуде. Опа, опа-па, отдыхаем хорошо, да? Почему старт за папу Белль? Просто. А чё, нельзя что ли?
Хотя, наверное, надо было эти гридануть. Что-то я поспешил. Типа, никсы мне зачем побыстрее. Ну, ладно. Объектом, правда, ничего особо нету. Привет и привет, ребят. Играем через Хамаша, да. Бомбе пока что не работает. Очень катки, спасибо. Привет, Саша, что не так с пятыми героями, по твоему мнению? Да все так с пятыми героями. Почему ты решил, что с ними что-то не так? Конечно, морали. Айн. Блин, это надо как-то вытащить, чтобы обзорку взять. Если мне еще сюда нужен герой. То, возможно, есть через эту мазу вытащить. Давайте так. Еще лору возьмем.
Ну, я помню те ламповые времена, когда на СК2ТВ ты играл в «Пятых героев» в РТА. Стоит ли ждать еще этого маленького счастья? Ну, вообще ждать, наверное, не стоит, но я не исключаю, что когда-нибудь я могу поиграть в «Пятерку». Почему я не играю в «Пятерку»? Ну, потому что для меня эта игра уже как бы свое отыграла. То есть строки я больше нового нахожу интересного. Но это не означает, что «Пятерка» плоха. Ей чего-то не хватает. В свое время ей не хватало хэдемода, например. То, что появилось в тройке, и благодаря чему я как раз обратил взор именно на эту часть. Рестарт от Яра. Быстрые передачи клавиш, удобные передачи армии, хоткеев удобных там и так далее. Конечно, рестарт. Да, куда в пиратов-то сразу? Стоит же подстава, лол. Понятно, короче. В хоте нету блоков. Все мы это знаем. Блин, 4 много. Блин, вроде объекты есть, но, сука, армии нету. Да. Так, тут мишки, он сверху. Хочется зарестить. Ну, посмотрим лево для приличия. Thank you.
Я от морали вообще не играю. Надо умирать. Ну, я почти уже решился, что это рестарчу. Поэтому отыгрыш такой небрежный. Так, есть обзорочка, хорошо, сейчас посмотрим, может быть, каких-то ништяков все-таки накидают. Что завлечет меня в эту сдачу. Блин, найс тоже катаю. Сочка есть. Тут вообще какая схема, для тех, кто впервые сымку, возможно, видит. Типа два респа, вот здесь за главной охраной, здесь не трежери, а респ оппонента уже. Так, там еще оппонент предлагает сот добить, но уже с яром начались, вдруг не быстро, точнее недолго наоборот продлится эта катка, то можно будет доиграть. Так вот, значит, здесь оппонент живет, и есть три выхода, как правило, два по дороге, один по бездороге на новые респы, где замки стоят, ну, то есть не деревня, а именно типа с фортом, и с каждой... Из каждой этой зоны есть по выход в две трежи. По два выхода. Такая вот тема вкратце. Но здесь все-таки рестарт. Не хочу это играть. Тварына, привет, здорово. Так, не, луна, давай не сегодня, пожалуйста. Все, я вообще даже не хочу смотреть на нее. Ты меня расстроила. Цех есть. Вроде раньше с эмкой игралась, сейчас с двумя компами. Нет, с компами не игралась, а с эмкой без компов. Так, ну могу где-то Илар на 11 скорость с тактикой. Он же достает, правильно, сразу. Гол сразу съездим сюда. Есть развивочка, рестартов у меня нет уже. Так, и снова видим гидр. Блин, снова сверху. Блин, реально луна ресы пойдешь собирать. Колизей заманчивый. Ладно, постоим, подумаем, что с тобой делать. Так, крипт заберем. Каркес еще. Да тут героя как на подбор.
жесткие. Так, это двушка, да? Зорочка, это же двушка, не, это даже трешка. Это много, короче. По пашкам стримеру привет, здорово, здорово. Так, что по поводу Магог? Я сразу пробиваю их. Да вроде пробиваю. Еще раз, 11-я скорость на Иллари с тактикой. Ну да, 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 да. Или не да. Да вроде да. Целька есть. И затем Иллара надо сюда тащить. Старт. Давай просто посмотрим. Я ж по тактике правильно все посчитал. Достает оно. Жаль, хорошая раздача. Ну да, но только клетка в клетку. То есть надо много делить. Окей. Ну что? Знаменитая сдача на удачу. Good luck. Have fun. Поехали. Привет, Саша, хорошие катки, здорово, спасибо. Опа, нычка маленьких пиратиков. Лишар, отлично. Конца, гномики, хорошо. Подземки, Грааль. Какие-то ресы лежат.
Леон с нас сверху. Обзорочка. Так, ну вроде пока красиво все. Выглядит привлекательно. Арт только такой себе. Конечно, не успевает. Ладно, дерево забрали, дерево нужно. Сначала дорожки светим. Кольцо суперское надо забирать. Так. Сюда обзорочка, надо на следующий ход уже, да? Шар. Та-да-да-да-да-да-да. Думаю, как тут лучше это все сделать, Денис Бондаренко, 50. Денис, здорово. Привет. Хорошие катки. Спасибо. Общественность требует убрать бан с меня. Перестань уже строить из себя жесткого парня. Мы же все знаем тебя как мягкого и пушистого. Не хочу писать с левой страницы просто. А ее создать делов на 3 минуты. Согласен, но блин. Хочется поиграть в жесткого. Жесткий панк. Это сам тварина. Так, сундучок, хорошо.
Блин, что так слабо-то? Или я сундук на все-таки на бабки беру, бабки нужны. Ну да. Че не дам. Блин. Ну не, бабок немного, надо брать деньги.
Нормально, расквалис прям приятный. Смотрим, что дальше. Тут надо понравиться нам. Вот. За Мзорочку, за Улик. Так, чуть-чуть этот подвоз сделаем, да. Да. Так, и сюда. Повышалочки магические. Якс. Давай пробьемся, посмотрим, что там за охрана с той стороны. Немножко не по, без, ну, по бездороге пошел, но это не страшно там. По мувам плюс-минус то же самое. Блин, морали тут, конечно. Очень сильно напрягут. Одного отмалим.
Не земля, друзья, не земля, воздух. Плохо, плохо, плохо. Ну а что нам воздух? Воздух нам не нужен. Кабаны, родная земля, да? Так, хорошо, ну давай. Все-таки немножко. Так, вот пока сделаем. Влад Море, спасибо, что за 50 звездочек. Говорит, Александр, нет возможности всегда приходить на поток. Смотрю все записи на ютубе, не продавая нас за 400 баксов. Окей, я, в принципе, не собирался. Но спасибо, спасибо за поддержку. Так, тут штормы живут. Теперь точно не буду продавать. Так, и вниз армейка уезжает. Единственное, я хз, как по ГОС брать. Наверное, по ГОС даже лучше с подвозом этих брать. Построить, выкупить еще. Ну, сейчас подумаем. Если чё... О, начинается. Вот что. Сдача говна. Ой, ну начинается, блин. Я тогда сейф. Блин, ну хз, некрасиво это. Ну, сдача говна, ну и чё? Еще 10 этих подвозим. 31 матрос.
Ярый игрок, да. Да не, ну понятно, что не хочется играть, если типа говноздача, но, блин, камон, ну то есть. Ну, то есть я играю говноздачи, потею, играю на рейтинг, потею, сливаю рейтинг. Тут рейтинга нет, поэтому, ну, типа, можно, ну, типа, так катать, да. Там. Не понравилось, ну, блядь, сдаюсь. Go next. Ну, хз, это убивает интерес к игре. Ну, серьезно. Пиратов всего 400, как им брать по ГОС? Такими надо в рукопашку бить. Они в рукопашку без штрафа атакуют, и есть оружие. Я, короче, не знаю. Когда там писал нам этот Рассел? Я бы сейф тогда доиграл. Короче, насиловать никого не собираюсь. Ну, типа, продолжаем эту катку. Ну, а чё продолжаем? Такое. Узнаю тут ли оппонент. Он отошел, он говорил, типа, через чат. Мы бы новую, но я бы джеб пошел. Ого, джеб. Ладно, поехали джеб. Один джебик отонем, а там, может, и сейв доиграем. Жаль, ну, блин. Типа, настрой был, классная сдача. Интересно было, блядь, я по привычке в лобби думал, было бы интересно поиграть, но, типа, не пошло. Бывает. Ярый нищик драконов не сдало. Ну, формально это наша победа на второй день, типа. Но глобально такое себе. Так, новая игра. Сервер. О, нифига себе. А как зайти? Сейчас мы Мишу спалим. Где там его? А, сука, не получается, давайте. Ладно. Ладно, друзья, джебус. Джебус. Не пошла СМ-ка, хотя жаль. Забыл вам сказать, что прямо перед стартом стрима договорились мы с Давиду завтра играть пятый тур уже Геройской Лиги Польской. Там немножко заранее мы его отыграем, потому что Давиду уезжает на каникулы. Типа в отпуск, я так понимаю, на Новый год и Рождество. Так что 20:00 предварительно по московскому времени планируется данный турик. Получается 19 декабря в четверг.
Достойная пара была. С Анди Блэром мы пока не договаривались, пока не было анонса. И с Хеллом надо как-то доиграть, сыграть, ну типа у Хелла что-то плавающий график, он говорит, в воскресенье предварительно может. Ну сыграем в воскресенье, значит. За 3-8 он дает. А лобби лежит пока что. Так, 3-8 1900 на суммарно. Так, обновляем заголовок, значит, Джебус Кросс против Яра, а синий замок с откатом в 1900 против красного болота. Good luck, have fun. Поехали. Вот вам картинка, что Бараторч по лобби писал. Дата-центр, на котором крутилось обе сервера, на нем хранились же сейвы, бэкапы, случился капитальный трындец. Короче, трындец капитальный случился, ждем, когда пофиксят, если вкратце. Если вкратце... Так, Аделаина. Аделаина это типа Петрович, да? Только в юбке. Вот ее кач посмотреть. Коряво я убежал, если честно. Ну ладно, еще одна зефирка, здесь развилка. Конечно, лучников.
Блин, так-то объекты есть, да. Ноги, вау, вау, да, это же ноги легиона, го нормально. Го нормально, героя только нету. Фиансон играет. Перчатки, куча криптов. Ну, блин, а чё объекты? Чуть-чуть объектов, да? Чуть-чуть. Дороги. Замануха. Ну, это я хз. Блин, охрана еще очень приятная. Типа две зефирки, два уля. Вот это что, я не могу понять. Как это выбивать, пока не очень понятно, да? Хатка с оружием, да, прикольно.
Крутиться тоже хороший вопрос. Ладно, давайте посчитаем, что это замануха, отрестим. Хотя, блин, ну хз даже. Сложно. Будем считать, что типа там супер жир. Два родных. Чайник из могилы резнул. Ну, конечно. Плюша слышал, там чайник из могилы этот лакирок достает. Колсочка. По гостик, да? Прикольно. Беатрис. Тоже классно. Опа-па. Понимаю. 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 Так, могу до погоста успеть. Что к концу никто не охраняет, такое бывает. У концы низкая вэлью бывает. Но, по-моему, здесь есть охрана у концы. Справа там не только она одна. Такая же, как здесь, даже нам. Вот охрана у концы. А, вот эта конца, наверное, имеется в виду. Она без охраны нам. Коробка. Разбежка, правда, неполная. Ну, это ладно.
Если конса генерится без ресовали артов рядом, то охраны нет. Ну да, у нее низкая вэлю, как я уже сказал. Соответственно, если там ничего больше не лежит, там вэлю 1500 у нее. Короче, охрана не будет. Это же та самая раздача, когда можно выходить попозже, но с архами. На такой раздаче еще надо много денег и утопа желательно. Утоп пока не видно. Я хз, как вы так определили быстро. Просто хорошая раздача с хорошими дорогами, двумя концами пока что. Из того, что мы видим. И героями неплохими. Ну, Кирюха есть. Кирюха кайф. Саня подсчитал обсуждение next патча в лобби. Там папашки затронули темку с абузом моралек в цеху. По мне, рили, Жень, здоровая механика и по времени, и по логике. А ты что думаешь? Папашки затронули тему. Короче, вкратце, опять же, что касается цехов, абузов и так далее. Во-первых, абузом можно назвать абсолютно любые бои в третьих героях. И я не понимаю, почему акцент ставится на цехах. Ну, точнее, я понимаю, и исходит это, как мне кажется, от нубасиков, которые, типа, вообще не понимают, что происходит в этой игре. Или же от, типа, сильных игроков, даже топовых игроков, которые это не приемлят. Но тут скорее не в абузе дело, а, типа, в понимании честности, там, чести и так далее. Это, кстати, для меня очень смешно, потому что не вижу ничего бесчестного в взятии объектов по правилам и так далее. Единственное, что действительно, ну почему вообще это стоит обсуждать, это время, затрачиваемое на этот бой. Если по времени сейчас уже научились брать очень быстро, нет вопросов, если это не полчаса, не час, ну условно там 10 минут, да, то флаг вам в руки. Любой бой, где разводка присутствует, то есть когда ты вводишь медленных юнитов из одной точки в другую, это то же самое, ровно то же самое, что происходит в цеху. Просто в цеху нет моралек, построен алгоритм, как можно таскать эти стеки, и, соответственно, это задрочено и отточено кем-то до автоматизма. Это проблема не цехов, и запрещать это бредово. Если не нравится это комьюнити, мне самому, я не скажу, что это нравится, то нужно просто менять что-то с цехами, убирать их, менять охрану, какие-то еще другие штуки. Но читать кукарику на всех стримах и пок-пок-пок абузы кукурузы, это просто забей как смешно. Лично меня это очень сильно веселит. Вот такое мое мнение. Давайте запрещать бои стрелками и разводами против вот таких вот охран. Не аргумент, что типа, ну вот, големы охраняют там какой-то объект, а там тебе, короче, и опыт, и гиганты. Да какая разница? Ну повезло, големы могут охранять, например, чайник или крылья. Может быть такое, да легко может быть такое. Вот такие вот пироги. Я не про запрет цехов, а добавить ограничения по времени. Я уже сказал все, что касается. Что значит ограничения по времени? Сейчас не берут цеха 1.5 часа. Если вы играете с каким-то нубасиком в лобби, который берет 1.5 часа цех, ну не играйте с ним. Все, не играйте. Редвайт сегодня на Твиче задвигал, что это нечестно за малое количество гарпи получать гигоса. А честно, блядь, за бой без армии луной получать ангелов, пробивать, блядь, какие-то ебические артефакты, пробивать ГО и так далее. Это охуенно скилловая, конечно же, механика. И ни разу не абузерства, ни доработки игры, механики игры, когда
например, юниты тоже ведутся, идут в эту стенку. Или двухгексовые юниты не идут в одну, ну, типа, в одну стенку. Это типа класс. Это честно. Ребят, просто смешно. Я даже это обсуждать не буду. Это бугага. Вот что я думаю еще раз на эту тему. Да, честно там получается... Ой, ребят, все, забейте. Интересные герои заходят. Про погост то же самое. Погост глобально ничем от цеха не отличается, только типа тем, что он быстро берется. И у всех почему-то не горит от этого. Хотя формально это, блядь, объект более пиздецовый, если задуматься, чем цех. Потому что ты просто заходя туда и пробивая, ну, практически за любой замок без проблем, это на первый день, получаешь опыт, левел ап сразу же, получаешь бабки на еще одного героя, 2,5к, и получаешь артефакт, и это могут быть сапоги. Сапоги, ты, блядь, стартуешь сразу с экспертной логистикой, грубо говоря. Это типа не пиздецово, по-вашему? В общем, просто забейте. Тварина, лучше сменим тему. Шопы на стриме, музыка играет. Как так? Это еще один гениальный. Давайте сменим тему на еще более типа тупорылую в плане понимания, ну, типа, зрителям происходящего. Еще раз, блядь, расскажу вам про музыку вкратце. Я могу включить музыку. Охуенно, посидим, почилим, послушаем музыку. Только потом стрим этот замьютится, прилетит страйк, будут проблемы, как минимум, в том, чтобы этот ролик учитывался в программе партнерской, как, типа, отыгранные часы, типа, как доказательство того, что я стримлю, за что мне платят деньги. Зато послушаем музыку. Как так? Охуенно, правда? Либо давайте слушать говно с бесплатных каких-то ресурсов, которые мне слушать не хочется. Я лучше послушаю оригинальный саунд из третьих героев. И все это рассказано в ролике про переезд на ФБ, и не только, и неоднократно, но, типа, охуенно сменили тему. Таймер, заебись. Давайте про таймер теперь еще поговорим. Спасибо, пожалуйста. Как так, ребят? Как так? Не знаю. Какие еще темы есть для разговоров? Что еще необходимо обсудить? Вы не стесняйтесь, пишите. Мало что-то лучников. Так, то... Блять, я не увожу грифона вообще никак. Что-то этот момент прощелкал. Они, кстати, могут не убить его.
Ой-о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 й. Но вот эта вот хрень, конечно, явно не в тему. Сбук срочно не прислал уведомление, что ты онлайн. Это грустно, кстати. Ну, окей, но вниз. Блин. Конечно, это реально гадость. Джоси разрешено мэнить героя с тюряшки, а почему должно быть запрещено? Ну да, разрешено, нет запретов. Есть запреты, например, на тюрьмы по договоренности на Mirror Джеби, на Джебусе я не слышал такого. Конечно, плюсик. Лёшка. ХЗ, гона же на разведку сюда, чё? Ну а чё мне эта Одесса, куда мне ее типа? Попробовать посмотреть, что дают, потому что пока мне не нравится. Улик неплохой. Надо низ еще смотреть.
Так, минус сумочник. Ну, есть нычка, да? Окей. О, про это, про, как они называются, про тележки еще тут вспоминаю тоже. Пишет чел, что это. Чел там удивляется, что это, говорит, без стрима играешь. Понятно. Сейчас он узнает, что я на ФБ стримлю еще. Порадуем человека. О, тележка. Киберспорт. Почти сапоги. Сниперки. Вот арест. Кстати, если сделать так, чтобы повозка не работала, если ее нет на поле боя, обуз цехов перестанет быть обоем. А ничего, что обуз цехов, так называемый, изначально начинался не со стрелков. Это рестарт. А с всяких гарпит, феек, дэвилов. Рестарта у меня нет, у оппонента один. Подожди, а что не сообщение не это? А, типа только в лобби они сохраняются же, да. Окей. Конца. Дамакон, Дамакон. Интересно тут.
Блин, что, Кадж Дамакона, что ли, посмотреть? Ну, я не уверен, что я хочу. На это тратить 2К, она мне лучше для разбежки, но пригодится. Да и МБ сейчас туда поинтереснее зайдет. Дорога какая-то суперликая. Длинная, неприкольная. 2 имба по ГОСТу есть такое. Карабасик за змейками. Змеек много, 50+. Пока что не пробить. Есть еще университет слева. Тоже из интересного. Кого мы хотим сверху качать, в леску или кого-то другого? Этот погост можно взять и гниса, если еще. Надо все кач. Можно этот скеп на второй день оставить Демакону, например. Но это минус опять же бабки. 726. Что-то не понимаю, достаю 400 700, но это типа надо еще, не уверен, что-то нам. Так, ладно, долго думаю, поехали сюда, пофиг. Здорово, Пашки, всем добрый вечер. Играем через Хамачи сегодня, он в лобби по-прежнему пока что лежит. Но сегодня-завтра должно уже очухаться, по словам Бараторча. Это катка с Яром уже вторая за сегодня. СМ-очка не пошла у него. Сейчас джебик катаем. Также, если быстро сыграем, возможно, с Расселом добьем сот ЛМ-ку. Неподготовка к обновлению, там, типа, трабл с дата-центром. Трындец полный, как пишет Бараторч. Ващик. Тоже мухи.
А, тут их, блядь, супер много будет. Думал сюда заскакивать. Но нет. Ну, плащик хороший, наверное. Сейчас отсюда сапожки еще замечательно будут. Ну, блин, яр. Давайте достреляем, посмотрим, что дают за арт. Все, рестартов нет. И, конечно, земля, конечно, шлем хаоса. Ну, понятно. Ох, яр. Сдачка на удачку. Классика. Мы ждем обзор нового замка после Нового года, кстати, обязательно. Будем катать много. Обзориться. Сам жду. Главное, чтобы он вышел, чтобы все было хорошо. Блин, ну какая изра. Изра плохо, потому что мясо... Некро тут вообще не в тему. То же самое, нет смысла покупать. Так, ладно, есть. Портал, правда, его сразу не пробьешь, но он есть. Это уже неплохо. Французская. Такая себе. Шлем-черепок. Хорошо, хорошо. Так, вот неплохой герой.
Так, видим развилочку, продолжаем разведку. Улик, телега. Что это, орки, что ли? Двадцать сорок девять, да? Блин, орки. Зачем вы тут? Хорошая карабасина. Чеснуть валеску, пробить, взять коробку магом. Так, ну пока лишнего тут не придумываем. Да, без блоков наговаривались. Но не получилось. Блин, значка такая, конечно, надо дальше разведывать. Не особо понятно пока что куда. Вот здесь вкусный, да, кусочек. Дармиф тоже неплоха. Юга. Там кольцо, что ли, интересы? Блин, а на кого мы ставку делаем? На Дарамиф или все-таки на этого, на Сефенрот? Сефенрот мне, наверное, больше нравится. Но смотреть и ту, и другую хотелось бы. Но смотреть негде, ко мне опыта нету. Поближе к этой коробке, но вот можно этот сундук взять на опыт, например, кому-то. Я хочу шахту сразу в Олеске отбить. Тут разогнаться в шахте в этой.
Блять. Я что зафейлил с этим? С прикрышкой, пиздец. Скелетов, хорошо. По скорости фейл. Все хорошо закончилось. Без денег понижал. Качнул, короче, все Финрод, парни. Проверяйте. Кайф. Так, там Геон. В леске тут еще не хочется воевать, не хочется лучников терять. Так, вот еще коробки интересные. Вот хорошие объекты. Блин, прям интересно. Надо бы в идеале как-то поискать нычки лучников. В Олеске нужен кач. Релик положили, смотрите какой. Красивенький. Так, и вот еще рефюга. Тренички коней. Ну, кони такое себе. Тут еще их попробую, ты возьми сначала. Мур, Фейли Бергима, спасибо, что за 100 звездочек. А Black Horse Gaming сделал рехост только что. Всем привет. Hello, hello my friends from ABH Gaming. Дзинкую за хоста.
Орхидевилы. Отвратительно. Для мага Гео. Что, тогда воином будем играть? Не знаю, тоже Валеску прокачаем, посмотрим. Так. Окей, давайте, короче, постепенно продвигаться. Это заберем, нычку заберем, потом уже карабасики пойдем брать. Так, сейчас мы против лепреконов воюем, они не страшные в целом. Не, мне нужно сейчас типа стрельбу качать. Фенс сейчас как бы нет. Зефирка вторая, она уже. Так, слушайте, есть утопка, но это, блин, реально классический этот расклад за кассу получается. Получается так. Так, и на следующий ход мы возьмем... А сейчас я машину не вывезу, да? Лярд, экспертный папашка Гандаст, 50. Оп. Но на самом деле ситуация с цехами легко решаема. Так. Просто делать так, чтобы в цехах всегда была родная земля, башни и големы с одного скоростью станут адом. Довольно балансно. Это предлагали, возможно. Я говорил про текущую ситуацию, ну типа про современные реалии. Так, надо вот эту хрень еще чекнуть. Ну мало ли, надо... То, что нужно.
Еще нычка, охренеть. Охренеть, дайте две. Кстати, есть же обуз, блядь, прекращайте тут, блядь, у меня вот горит от этой, короче, от формулировки собой. Обуз, блядь, какой в пизду обуз? Любой бой в героях — это обуз, несовершенство и любой. Ну вот вообще любой. Ты играешь на том, что, типа, игра несовершенна. Если бы игра была совершенна, никто бы не играл в героя, это было бы невозможно. Все бы откатилось на уровень, вот, типа, самого раннего понимания игры, когда ты не можешь, типа, вступать в бои, потому что с непревосходящей армией, потому что ты будешь терять войска, и, типа, ты два боя проведешь, и ты проиграл игру. Абуз, 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 абуз. Хуюз. А то, что есть страта взятия цеха на родной земле, тут колпаками в том числе, да, есть, но она типа более сложна, чем просто перемещение по определенным точкам и там удар без возврата, либо расстрел. Да, коней много. Новая мета через коней, ну хз. И с одним порталом возле замка я выберу все-таки архов. Вот такие вот дела. Абуз хотовского мозга. Я вот такой диагноз ставлю. Всем поголовно, как типичный папашка это тоже со стримов. Произвел диагностику, так сказать. Тор на первый раз попал на стрим. Очень... Что там? Очень рад. Вопрос. По моим наблюдениям, очень редко заезжаешь на строение плюс один. СП, знания, видимо, да, это экономия хода такая, с платным, это понятно, но вроде как халява. Экономия хода, если, типа, это плюсово, я заезжаю. Даже на платные. Выход 1.27 с архами получается. Почему не на 1.42, например? Почему 1.27? Почему такой тайминг? Если можно собрать по максимуму нычек коней, залезть, типа, им, их отдать там в этой утопе, строить ангелов и с утопы, типа, сделать грейд архов и выходить с архами. Бузеры, блин, мамины на месте. Муми за Карабас 50+. Я хочу сначала хотя бы чуть-чуть двинуть стрельбу, чтобы на вот эти охранки уже лезть. На 1.27 можно никуда не выходить. Да на 1.27 раньше к тебе прибежит оппонент и убьет тебя. Вы как будто первый раз эту игру смотрите. Ну, кстати, в такой ситуации Карабас на золото реально хорошо смотрелся, блин. Вот прям достойно. Что еще по объектам? Коробки. Коробок приличное количество. Три, как минимум, мы видим. Все они интересные. А, есть улик, пара зефирок, цех, четыре нычки коней. Утопия. Кольцо интерес тоже прикольно ищется. В общем, прикольно, прикольно, интересно.
сундук подводит с экспой, но все равно опыт возьмем. Фух, ну мораль не смертельная. Если первые стеки заморалились, была бы жопа. Хотя бы с минус удачи. Неприятно, минус один. Оскольников попробуем взять тоже, хз, как получится. Четвертая атака. Да, попробуем. Катка, вода. Есть еще, кстати, базар тоже отлично, да? Под потенциальных архов. Ресы собираем, еще одна зефирка. Так. Жирно удалось вкратце. Жирно, но медленно, да? Это тоже важный момент. Нюанс, так сказать. Копейщики неплохие. Сходили за нычки копейщиков, короче. Понимаю.
Кони что-то стерегут еще. А, и миндальку надо было оставить, ну ладно. Еще зефирка. Блин, классно, классно, хорошие объекты. Доезжаем. Хорошие объекты. Ту-ру-ру-ру-ру-ру. Карабасик, карабасик. Нарми Валеска Сефенрод, как говорил Чемпилу, таких раздачек по Пашке будут архи. Это да. Милуй был прав. Ну, типа, подкачан все равно, типа, Валеску чисто для взятия объектов. Сефенрод на перспективу, Даремиф. Ну, посмотрим, Даремиф тоже интересно. Она... Короче, тут упор делается не на героя, а действительно на сбор ресов, на постановку ангелов, а затем архов. Прикольная генерация, мне нравится. Продвинули стрельбу в Олеске. Сейчас поем карабасик возьмем тоже. Кстати, под воду можно взять. Если что, на всякий. С подводой типа цех можно, да, разэбывать. Слушайте, а может сразу на цех тогда двинем? Где там наш этот? Гайд от Чемпилуя. Слушай, реально мне нравится, наверное, цех сейчас больше. Или нет?
Или все-таки через ход взять коробку, разбиться. Тут знать бы размер цеха. Ладно, раз поехал за Карабаси, надо брать его. Таймер же боится, да, тут эксперт лидерства, это не должно быть прям супер долго, по идее. Хотя, блин, все-таки на траве стрелками, магогами быстро берется, стрелками не быстро. Кстати, телега, я в курсе. Я поэтому и подумал про эту. Охрана цеха, я сейчас с лордом Хартом светану. Так много стримов смотрю, еще не видел на Георгии идеалов, какие стратегии пробития, тактика. Ну, тактика, это очевидно, да, одно из того, что приходит в голову. А войско, либо магия. То есть это одно из тех ГО, которые типа быстрые, а масса замедления на них не особо как бы работает эффективно. А в первом раунде они практически всегда будут в тебя врезаться, потому что по скорости их перегнать очень сложно. Соответственно, тактика, чтобы закрыться, а потом терпеть и дамажить, ну, то есть отжор какой-то и дамажить основными стеками. Для этого нужно войско. Либо же магия. Ну, магия тоже, как бы, дефолт, подойдет резурект, подойдут всякие призывы и так далее. В леске я, короче, решил за Карабасом все-таки идти и потом разбиваться. А там уже будем смотреть, что делать. Заодно ману и зальем. Подумаем, что дальше. Конкретно в данной генерации я буду типа строить ангелов с прицелом на архов. Буду собирать нычки коней, но строить их не планирую. Планирую взять утопы, сделать архангелов и выйти с архангелом. Примерно вот так вот. Зря, наверное, за этим сундуком Сефинот повел. Пойдем просто и по ГОСТу возьмем пешком, без разбивок, деньги жалеем. Да. Этот сундук потом лучше на золото возьму. Хоть супердраконы на карте могут появляться, помню, видел на стримах ржавых несколько раз, но то сот был, кажется. Сот, хоть и тоже могут быть ржавые. По вылью не пролазят, как правило, на большинстве шаблонов, которые играются и смотрятся зрителями. Например, лазурные драконы, это прям редкость. А так фейрики, сказочные драконы, ржавые драконы, кристальные драконы могут появляться. Привет геройщикам, привет. Что долгий ход у Яра.
конюшен под нычки не видели. В центре на джебе лазурок видел. Это точно не может быть на обычном джебе. Это мог быть какой-нибудь, не знаю, джебускинг, еще что-то. На джебе по вэлью лазурные драконы не пролазят в охоте, в обычном режиме игры. Недавно у Миши в центре были лазурики. Это на обычном джебе было? Важный вопрос. Но они реально по вэлью не могут на обычном джебе появляться. Или это какой-то был нонсенс и исключение из правил? Сейчас 50 уток и все. Да я не удивлюсь. Нормально даже. На это отреагирую. И не такое было. Тебя на стриме в катке против Яра полгода назад обычный джеб. Ну, говорю, это какой-то типа нонсенс. Я этого не помню. Ну, может быть, это какой-то типа реально потолок по вэлю, который супер редко выпадает, хз. Такие дела. Блин, там еще супер жирно, наверное, да? Раз он... Ну, либо, короче, в такой ситуации либо все супер плохо, либо супер жирно. И мне кажется, что супер жирно. Почему-то. Яр просто так бы таймер не заливал, мне кажется. Там могла быть карта, то GCC. Ну, я же говорю, это GCC — это необычный джебус. На необычном джебусе могут быть лазурки. Ну, ладно, это все, ребят, такое. Короче, даже если вы увидите, то это редкая удача для вас, лазуриков на джебусе. На Clash of Dragons вообще что угодно может быть. Яр, давай, ты сможешь. Яр смог. Бог. Но статов пока не показывает. Так, если еще Мефисто можно будет отчислить. Еще коробка. Рана-то такая. Не сказал бы, что супер приятная. Естественно, точно за Карабасом пойдем.
Нет, там был другой шаблон с кучей коробок, с одной стороны зорки, с другой скелеты, кажется. Ну, короче. Я хз. Я все-таки за то, что в Джебе не может быть лазурок. Я не помню таких игр. Может быть, конечно, я ошибаюсь. Ну какая вода, алло. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Плюшка. Ты где там? Хоба. Так, щиток. Хотя зачем? Пусть лучше реально будет на всякий случай поближе там. Так, строим казармы.
А, тут вообще утопия, ни хрена себе. Ну, это, кстати, видно было по вот этому кусочку. То есть коробка вообще супер такая себе, мой, да. Ну ладно, пробьемся. Говорят, не пробьемся. Чё так? Да за что? Чё такое? Обузим, ребят, кстати, обузим. Норм все. Спрашивает, что Кагри все... Блядь, я завыделся конем. Блядь, Яр под руку пизданул. Вот, блядь, Яр, а. Хитрец, да? Ну, ладно, вроде живем. Ну, вы это еще по-папски, конечно. Ну и ману пришлось потратить. Блять, не могу мудрость, наверное, брать или могу. Стрельбу не докачаю, на големах тяжелее будет. Понял. Понял, принял. Кача сейчас супер пошел.
36 ГС. Жестко. Здесь тоже непонятно, что за этот. Не знаю, можно Даремиф попробовать посмотреть. Хотя Сефинрот-то, ну, типа, нужен левелап. Сефинрот только через ход эту карабасину, да, пробивает. Ну, в смысле, берет. А уже на следующий ход надо ангела ставить. Ладно, мы ее в любом случае будем пробивать. Павел Воробей, спасибо за 50 звездочек, очень приятно. Чего по той же схеме. Так, бесятник мы бы возьмем. Нафиг, не, вообще нафиг. Блядь, в лес надо было дать. Поспешил.
А как мне вот эту нычку предлагается брать, а хз пока что? Блин, а брать-то ее как бы... По-хорошему-то надо, да? Вот коробка. Блин, единственное, что, ну а чё мне везде тащить? Надо брать тем, кто рядом стоит уже. Сефу по всем. Ну, сефу я потащу, короче, к той коробке, которую только что пробил. А эти коробки будут вон Греча забирать. В принципе, Гречка неплохой воин тоже может получиться. Если чё. Да вы поиздеваетесь. Еще нычка, вау. Так, этого уволить можем. Блин, ну асиды меня похоронят, если тактику не дадут, например. Тут еще вот есть ништяки тоже. Кирюха. Тысячу не хочу тратить.
Надо придумать, как еще, типа, базарес еще забирать. Что оба походили, охот не передается, вот нормально, окей. Копья отлично. Блин, ну они же реально сожрут. Не лезь, она сожрет тебя. Что-то не хочу пока что, я думаю. Так, надо разбиваться, ману заливать на седьмом разгоне. Или несколько этих гнать. Ладно, ГГ пишет Ярда. Йо! Максиули говорит, приняли. Боже, Яр, какой же ты все-таки игрок. Это просто невероятно. Сдача говна. Ля. Только самое интересное пошло. День 1-6 победа. Ладно. Окей, бывают и такие дни. Сам в это могу попасть, поэтому... Грустно, что сказать, грустно. Но вот как-то так. Го смотреть расклад. А, может быть, сейчас, если не занят оппонент, по соду Рассел. С ним катнем. Добьем сейф. Можно, кстати, пойти посмотреть. Мы в этом лобби уже содовское заработал. Алекс Вайл, спасибо за 10 звездочек. Вот и стоило с этим нубасом играть творенный пик. Это вообще не говори. Так, а еще раз напомню пароль. Тут же нет истории. Ливнул без ГГ. Да с ГГ мы через хамач играем. Лобби лежит. Типа не на рейд игра.
Лобби лежит. Но сегодня говорили, что типа первым заработает лобби сода. Надо вот это посмотреть. Да, Рассел на месте. Можно добить через 10 мин. Он готов. Ладмори, спасибо, что за 20 звездочек. Александр, доброй ночи. Яр, ну вас пипеги. Да ладно, бывает. Чего? Просто, блин, даже не обидно не то, что типа такое окончание, а то, что ты типа сидишь, ну ты вкладываешься, концентрируешься, там хочешь типа размотать расклад, карту и типа такой, бля, вот и, ну... Все, ни больше, ни меньше. Так-то бывает, говорю, со всеми. И со мной такое может быть. Будет сейчас, ребят, после небольшого перерыва добивка сейва на соде против Рассела 6 ЛМ-ка. Как раз ее сегодня доиграем, и вот стрим как раз получится как надо, да? Сейвами закончим. Сразу же проанонсирую еще разочек завтрашний матч против Давиду в рамках Геройской Лиги, 5-й тур. Перескакиваем через один, потому что Давиду нужно там будет уехать на новогодние каникулы. А также игра 4-го тура против Хайлайта планируется... Ну, сейчас на стадии переговоров, скорее всего, воскресенье. Предварительная такая вот инфа. С антиплеером на 100-турик на финальную битву пока не договаривались. Так, Гояра, посмотрим, значу. Так, и Хамачи, надо сказать, Рассел. Лёшка. Да, и Сефа только землю словила, как обычно. Так, ладно. Плюша. Завтра, я время не сказал, 20 МСК. Завтра против Давиду вечером 8 по Москве. Соответственно, 7 по Киеву. Решил залиться в Макси Улье. Аламар был. Но не качанный. Все не качанные. Блин, говорит, можно было играть. Класс. Но он решил залиться. Целька неплохая. Но не хотелось душиться. Вот он фан. Ладно, давайте посмотрим карту. Плащ подходу вышел, лобби ожило только что. Рили. Еще не знали за ректа. Думал, у тебя лучше, значит. Ну, у меня... Классический касл. Давайте посмотрим вот топом. Книжка, но не та.
Кстати, чат, когда фабрика планируется на Новый год. 1 января. Ну, такое, бабки, да, какие-то статы. Книжки не те. Вот книжка интересная лежит. Год нормальный, фениксов немного, если типа мясо есть, а ульи у него есть. Есть ламар. Ну, ему тут нужно однозначно первым выбегать и типа в центр фармить, находить тут ништяки, но на его стороне тут не особо лежит что. То есть вот казаха ближе ко мне, я бы ее, наверное, светил относительно, ну, быстро раньше оппонента. Ну вот с КЗ уже, с КЗ и с теми магическими артами, которые выпали, тут вообще изи катка. Так что, скорее всего, я бы выиграл. Ну, понятно, что это типа пальцами по воде. Там, не знаю, как бы это все собралось еще. Что у Явора в утопе? А Яр бы утопу не брал, скорее всего. И она супер далеко. Или вот это, да, имеется в виду. Ну, тоже такое. Давайте эту глянем. О, вот это классно. Это да. Так, а в целом еще у него по армии было? Конса большая, максималочка, красиво. Ну, блин, Яр, конечно, типа не захотел сложную сдачу просто играть по факту. Не знаю. Нормальная генерация за болото. Вполне. Медальон вот крутейший. За гномами, лол. Вот еще жерелька на мага, если что. Вот в этом улике он залился, да? Ну да, он типа много не выбил. Не захотел играть. Хорошо, что сдался. Но скорее всего... Ну да, КЗ, скорее всего, выиграл мне катку. Двадцать шесть суточек плюс домашние, 2.28. Ничка Гинер еще. О, тут еще улики, но далеко. Но далеко. О-о-о. Ладно, бывает. Окей, спасибо Яру за катки, не пошло. Ничего, повезет в следующий раз. Яру еще тот лакирок, конечно, сливает с твариной анлаки, а потом в каких-то более значимых играх показывает скиллуху, в скобочках кумарит фортажовостью. Так, друзья, сейчас будет небольшой перерыв 10-минутный. Я стопну стрим, чтобы разделить, чтобы эта игра была отдельно. Чтобы красиво потом и на Фейсбуке можно было посмотреть, и впоследствии также на Ютубе. И после перерыва подрублю, так что не расходимся, будет продолжение содовской фанки на 6LM10A против Рассела. Ну и не забываем подписываться на все.